В обществе продолжают обсуждать инициативы, озвученные на втором заседании Национального совета общественного доверия. Напомню, глава государства предложил декриминализировать статью 130 Уголовного кодекса о клевете. Своевременными такими изменения в законодательстве считает и член комиссии по правам человека при президенте Айсан Осман. Она отметила, что переход 130 статьи из Уголовного кодекса в административный позволит защитить права человека. Для того, чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности, должна быть определенная процедура, механизм привлечения. Но, к сожалению, именно эта статья, вот в такой ее редакции, которая предусмотрена в Уголовном кодексе, позволяет правоохранительным органам привлекать лицо к уголовной ответственности. Лицо зачастую по решению суда осуждается на реальный срок лишения свободы и имеет судимость. Это неправильно.